ты соскучился по мне. Наткнулись на объявление. Отдаем котика. Просто посмотрели, уже второй год живет у нас. Я переживаю, что моя мама любит его больше, чем меня. Ален, у тебя же и кошка, да? Когда привезла на Новый год показать папе, ты сказали, что кошечкам хорошо вместе, и больше мне эту кошку не вернули. Я такая, ну ладно. 6:30 утра. Проснулась я от того, что она носится вокруг кровати с пакетом на хвосте. Два кота мало уже, нет? Я думаю, что нужно завести третьего. Запрещать нет смысла. Я увидела ее глаза и поняла, что это моя собака. Ой, это ее любимый кот, кстати. Да и моя тоже, кстати. Видели видео? Смотрите с нами. Премьера. В выходные на первом. Ты что, инопланетянин?